Ребят, еще раз всем привет. Ну вот, что, поехал я, короче, поснимаю для вас военные части заброшенные. Может, что интересного найдем, наткнемся на что-нибудь интересненькое. Так что ждите вечером видосики. Сейчас наснимаю, смонтирую, все скину. Давайте, как и обещал, все для вас. Ждите. Снимать военные части, короче, заброшки. Смотрю, вот такая вот, короче, картина. Тип сидит, короче, на бетонной плите. Не знаю, спит он, что ли. Сейчас подойдем, попробуем с ним пообщаться. Уважаемый. О! Живой, нет? Ты чё тут сидишь? О! Нормально все у тебя? Чё сидишь-то на плите, на бетонной? Бухой, что ли? Нормально все у тебя? А? Ты что сидишь-то на плите? Во, иди в дом. Чё? Похмелье посмотреть. Похмелье посмотреть? А чё на него смотреть-то? Ты бухой. Ты же бухущий, ёпты. Ну ты не сиди здесь, слушай. Чё сидишь-то? Ты сидишь на снегу, на бетонной плите. Яйца отморозишь себе. А? Тебя в YouTube скину тебе. Знаменитым хочешь быть? Согласен. Ты откуда сам? Местный, нет, рощинский. А чё здесь-то сидишь на плите, на бетоне? Да я ничего тебе не говорю, просто ты о здоровье-то подумай. Ну ладно, сиди. Привет, передай. Спасибо, большое спасибо. Пожалуйста. Ну что, хочу сказать, вот дошли мы. Сейчас покажу также для администрации YouTube. С этого хода не пойдем, потому что он закрыт. И YouTube, наверное, заблокирует, скажет, что на стратегический объект я проник. Пойдем с того входа, где у нас открыто. Как бы на улице тепло, нормально, но под вечер что-то началось, а не то. Вот, ребята, все заброшено, ворота закрыты, дверь закрыта, решетка закрыта. Здесь КПП раньше было, здесь он, там вообще что-то горело, вон окна черные, окошек нету, все заброшено, короче. Идем дальше, вон там вон у здания крыши уже нету, вон кран стоит с развернутой стрелой, но он уже несколько лет так стоит, если честно. Сейчас пойдем посмотрим сквозь эту, что там вообще такое у нас. В окошечко заглянем. Вот как видим. Диваны какие-то, пола уже нету, все сняли, он строительный мусор уже сюда выкидывал. Здесь раньше дежурная часть, как КПП, наверное, было, так правильно сказать. Вот так вот тут, ребята. Ну, кто-то ходит там. Сейчас посмотрим, как люди пролазят. Я говорю, свободный доступ, все ходят, все лазят. Вот такие вот дела. Просил, короче. Вот человек, он пошел, вышел отсюда. Вот, для YouTube хочу показать, ворота открыты. Можно их настежь открыть, вот, пожалуйста. Ходи не хочу. Вот это вот воинская часть, но говорит... Вот мужчина вышел отсюда, говорит, что, короче,
это частника уже, частник выкупил, что-то строит, вон там какой-то подиум, какая-то лестница или что, я не знаю, что это такое. Вот вам видно, да? Вот кусок выкупил, хотя это бывшая, ну, вооруженных сил России земля. Вот так вот, ребята, бывает. Вон здание тоже заброшено, он, вижу, стекол нету, сейчас мы к нему подойдем. Там, говорит, дальше собаки. Сейчас мы пройдемся. Вот она, дежурная часть, сейчас я свет включу. Вот она, дежурная часть. Ну, уже все в плачевном состоянии, как мы видим. Все, что можно, поразграбили, посняли. Не батарея, какие-то куски труб еще есть небольшие. А так вот все печально. Ну, железо, вот решетки какие-то еще остались. Какая-то комната вот была здесь. Уже все, что можно, поснимали. Полы взорвали. Короче, вот в таком состоянии. Он тоже куски труб. Тут уже, короче, свалку делают. Строительный мусор сюда сваливают. Собаки воют где-то сейчас. Хоть палку в руки взять. А мы сейчас, кстати, посмотрим. Тут вообще дверь открыта, закрыта. Я даже не знаю. А дверь оказалась открытая, ребята. Дверь оказалась открытая. О, и тут, оказывается, решетка тоже открытая. То есть, я говорю, свободный доступ уже воинских частей нету. Как видим, уже все распродают. Уже частник, о, закрыло, блин, окошко открылось. Уже, короче, частникам все распродают. Так, ну, весь путь я показывать не буду вам. Наверное, думаю, так. Вот человек тоже вышел отсюда. Вот сейчас вот так вот пройдем. Посмотрим. До заброшки дойду, камеру включу. Хотел показать. Смотрите, целая аллея вот раньше тут. Служивые ходили, бродили. Смотрите, все в елях, в елках. Вон до туда вообще, это в городе. Смотрите, красота какая. Самое жалкое то, что если это все уже распродают. Вот частники тут, видите. Самое жалкое то, что, скорее всего, это все посрубят в скором времени. Так что, вот так вот, ребят, все печально. Вот дома жилые, старые. Тут еще люди живут. Вон. Ну, там уже не живут, расселили людей, потому что после пожара был этот дом. Ладно, все покажу дальше. Здание, вот дверь открыта, как видим. Никуда я проникать не собираюсь. Вот что-то там ответственный написан какой-то. Сейчас зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Вот заходим. Вот сразу нам документы попадаются. 15-летней давности. Сентябрь 2004 года. Инспекция, военная часть 444-424. Финансовая написана. Расходный кассовый чек. Все с печатями. Так, ну снимать я это сильно не буду. У меня памяти мало. Забыл с собой взять, ребята, этот... карту памяти. Так, вот чья-то. Отдел внутреннего города Красноярска, Октябрьского района. Прокопьева Елена Владимировна. Вот ксерокопия паспорта и страхового пенсионного. Вот за 2012 год. Идем дальше, ребята. Идем дальше. Вот еще у нас какой-то вот ящики какие-то. Ящички какие-то тут у нас, но в них пусто. Сейф, ну один я его не подниму, ребята, вот сейф железный какой-то лежит.
Я еще сюда вернусь с кем-нибудь обязательно. Мы его подымем. Вот такой вот бутыль стеклянный какой-то найден. Ну и пока больше ничего интересного. Комната. И снова на полу какая-то документация у нас валяется. Телевизор какой-то, ножка от стула. Акай телевизор был, видеодвойка. Ну все пусто. Все пусто. Вот только какие-то документы. Карточка некомпетентности, материальной ценности. И вот такая вот фотография. Генерал-майор Чувакин С.А., начальник главного ракетно-артиллерийского управления. Ну и рожа у него. Идем дальше, ребята. Тут у нас что-то закрытая какая-то дверь, но она легко открывается рукой у нас. И тоже какие-то бланки, накладные пустые, чистые валяются. От компьютера. От системника запчасть. Горшок от цветов. Вот бы жене моей. Жена у меня любит цветы. Идем дальше, ребята. Конец, наверное. Здесь такая же история. Вот какие-то армейские штаны лежат. Кто, может, служил в армии, у кого, может, были такие. Какие-то штаны армейские. Так. Креселка, фуфаечка армейская лежит. Или что это? Нет, ребята, это пуховик какой-то. Кирзовые сапоги. И они, ребята, новые, представляете? Кирзачи новые. Вообще новенькие, посмотрите. Может, если кому надо, пишите, отправлю посылочкой. Вот еще пара новых есть. Еще вот есть кирзачки. Вот еще есть. Так что, ребята, пишите, отправлю посылкой. Кирзачи новые. Если, может, кому надо. Продвигаемся дальше. Но здесь уже все разграблено. Перчатка боксерская. Цветы на подоконнике оставлены. Вот перчатка старинная, еще СССРовская. Шкафы кто-то поронял. Ну да. Цветочки уже давно погибли. Идем дальше, тут ничего интересного. Тут я думал тупик, а тут, ребят, оказывается, ни хрена не тупик. Там вон еще. Но здесь тоже у нас ничего интересного нету такого стоящего. Идем дальше. Целлофан какой-то. Что-то горела дверь. Тут тоже ничего, ребята, нету, пустая комната. Вот выгоревшая комната. Карточка чья-то банковская. Евгений Корчевский. В 15-м году закончилась карточка, уже недействительна. Кто-то что-то жёг здесь. Вот. Примерзла, ребята, дверь, не думайте, я ее не взломал. От градусников, я так понимаю, вроде как. Да, ребят, все пополомано. Здесь я долго находиться не буду, сами понимаете. Вот документов тут куча. Дело, расходные документы. Вот написано. Расходные документы.
В следующий раз посмотрим, сколько это видео наберет просмотров у нас, сколько лайков. И в следующий раз уже приду, поставлю нормальную флешку. Ведомость снятия остатков горючего в баках машин за 10-й год, ребята. Идем дальше. Номер транзитный. Чистый конвертик военный. Может, кому надо, их, кстати, здесь много валяется. Ребята, пишите, я вам вышлю по ссылочке. Идем дальше. Еще одна дверь. Чайник какой-то сломанный. Тоже документы, ребята. Документов синей печати военные побросали кучу. Даже забирать не стали. Посторонним вход воспрещен, написано. Вот сапоги химзащиты валяются. Диск от телефона. Кому, если нужны сапоги химзащиты, тоже пишите, вышлю. Документации, ребята, куча, даже папки валяются. Посторонним вход воспрещен. Начальник обменного пункта, вот так вот. Что-то тут обменивал он. Военный суд, дела какие-то тут, видимо, были. Вот сейф. Но он, ребята, закрыт. Скорее всего, там документы. Давайте попробуем его открыть, может быть. Ага. Нифига. Не получается, ребята. Ладно. Посмотрим, если будет интересно, мы сюда придем с болгарочкой, ребятки. Уже второй сейф я тут нахожу. Все это дело мы посмотрим. Еще, что это у нас? Начальник станции. Портфель вот такой вот. Пустой. От чайника коробка. Ну и опять же, документы, журналы. Сильно я сегодня это показывать не буду, ребята. Кодекс гражданский Российской Федерации. Не знаю вообще, будет ли кому-то это вообще интересно, ребят. Видите, плохо еще, ребятки, что, блин, камеры у меня нормальной нет. Я бы вам бы поснимал бы нормально. Да и время уже, видите, темнеет у нас. Поздно я пошел. Что-то редька, ков какой-то. Вот такие вот дела, ребятки. Так что, я думаю, если вам интересно, я как бы не прочь ходить снимать это все для вас, чтобы вам было интересно. Почтовые правила, вот есть книжка. Опять горшок, еще один горшок. Тут цветы, видимо, любили в военной части, я так понимаю. Территория, ребята, огромная. Тут не на один месяц съемки. Тут пусто все. Опять он конвертик валяется военный. Вот какой-то кабинетик. Разделенный какой-то был. С водопроводом. А, это туалет был у нас, ребят. Это у нас был туалет. А не кабинетик. Вывески, видите, нету. Где есть вывеска, я вам показываю. Ох, бутылок сколько из-под водки. Военные точно бухать любят. Если ты не бухаешь, ты не военный.
Так что, видите, спокойно разговариваю громко. То есть, ну, ничего не охраняется. Никого здесь уже нету. Все давным-давно, ребят, брошено. В первую очередь я это еще раз повторяю и говорю для администрации YouTube, чтобы не заблокировали меня. А то они любят за все блокировать. Так, ну здесь у нас что? Я не знаю, что это было. Вывески снова на двери нету. Ну, бутылок из-под водки здесь тоже хватает, ребята. Ну вот, вышли с другой стороны. Вот, это я точно знаю, что была казарма. Это мы снимем уже в другой раз, ребята. Сейчас попробуем вот здесь вот вокруг обойти, посмотреть. Я вам покажу территорию. И если по... Вот еще зданий, видите, куча. Если я говорю, увижу, что, блин, ну, пользуется... Мои видео спросом, вам это интересно? Они 5-10 просмотров. Ох, утонул в снегу, елки-палки. То, ребятки, ждите интересных, хороших видюх. Курилка, видимо, солдатская была. Вон, зданий куча. Всего, ребята, куча. Вот в этом вот здании мы были с вами. Вот, ну давайте зайдем еще вот в это, глянем так мельком, потому что, ребятки, темнеет уже, и фонарик с собой я не взял. Глянем мелько, что это? Вот все реечками вот такими вот отделано. Ну это, наверное, ребята, я так думаю, не знаю, это же столовая, наверное. Вот умывальник был. Умывальники, кафелем все выделано. Так, сейчас снег вытряхну и включу камеру заново. Посмотрим, ребята. Вот, подумывай. Кончилось, ребята. Батарея у меня, короче. Так что, вот я в центральном зале, я так понимаю. Это, короче, столовая была. Так что я хочу сказать, ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Посмотрите это видео. Если оно будет вам интересно, территория огроменная и частей очень много. Специально для вас я буду ходить, делать хороший контент. Всего доброго!